Самый загадочный поэт русской литературы так часто называют Михаила Лермонтова. К его 200-летнему юбилею по всему миру проходят мероприятия, на которых вспоминают жизнь и творчество гениального классика. В Екатеринбурге открылась выставка, цель которой – приблизить нас к пониманию тайны его стихов. О выставке и о том, почему Лермонтов остается одним из неразгаданных поэтов, расскажет Надежда Калинина. Культурно-исторический эксперимент. Так авторы выставки «Загадочный Лермонтов. Забытые слова в текстах поэта» называют мероприятие, проходящее сейчас в Екатеринбургском православном библиотечном центре. Цель этого эксперимента – приоткрыть окно в эпоху XIX века, увидеть и ощутить, что скрывается за порой незнакомыми и иногда и малопонятными словами из стихов и прозы. Отрывки из произведений Михаила Лермонтова написаны прямо на стекле витрины, а экспонаты выставки подобраны таким образом, что не только иллюстрируют слова классика, но и погружают зрителя во времена его жизни. Все-таки нам важно глубоко осмыслять. Наверное, в этом христианское призвание, в глубоком отношении к жизни, к людям. Ну вот насколько могли, насколько нас хватило, мы постарались увидеть Михаила Юрьевича. Попытка раскрыть смысл творчества поэта и его противоречивой личности – задача непростая. Ведь даже современники Михаила Лермонтова не всегда могли понять некоторых его поступков. Многие друзья и знакомые поэта отмечали двойственность его творческой натуры. В их воспоминаниях он предстает перед нами то добрым и чутким другом, то задорным, заносчивым, а иногда даже и злым шутником. А вот таким поэта запомнили многие из нас благодаря известной картине Петра Заболоцкого, на которой поэт изображен в форме офицера гусарского полка. Современные же художники видят Лермонтова и его творчество по-своему. Благодаря возможностям компьютерной графики студентами Академии современного искусства были созданы работы, посвященные лирике поэта. А в архитектурной академии создали мультфильмы, в основе которых также стихи и проза Лермонтова. Ах, брат, стыдись, мой брат, обеды теплые с мольбами забыл ли? Год тому назад мы были нежными друзьями. В этих работах показано, насколько живы и актуальны стихи, написанные более 100 лет назад. И даже иллюстрация самого известного прозаического произведения Лермонтова, воспроизведенного в виде современной переписки в социальной сети, демонстрирует то, что гениальный классик по-прежнему герой нашего времени.